Что-то было. А, это когда я в тубузик бегала. Это я раковину случайно у них там сломала, тогда руки мыла. Ой, да ничего, сейчас мусоровозка приедет, заберет эту раковину. Так, дети, на чем мы остановились? Короче, у нас сейчас будет диктант. Пишем. Сегодня дети ходили в лес. В лесу они нашли. Ничего там не нашли. Короче, всем ставлю двойки. Все, урок окончен. Сейчас у нас будет математика. Так, пишем номер. Не знаю. Пишем упор номер. Пишем 100 минус 1 равно 1000. Дважды 2 200. Все, написали? Написали, молодцы, всем двойки. Все, и родители в школу. Так, дневники завтра принести, и все. Так. Что это за шум фильтра тут? На уроке. Короче. Сейчас. Некоторые, кто хочет, идите на физру. Некоторые, кто не хочет, идите в классе сидите. А я пока тут посижу тихонечко. Короче, сегодня я вам, знаете, что скажу? Ой, забыла. Сегодня вы нам расскажете очень интересный урок. Да не перебивай ты меня. Ты же забыла, я хотел подсказать. Подсказать он хотел, ага, подсказать. Подсказать, подсказчики нашлись. Ученики вы! Подсказчики вам.